Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Звук «Г» в этом имени предопределяет стремление к знаниям, практичность, умение правильно оценивать ситуацию и быстро реагировать на происходящее. Но также звук «Г» означает и обидчивость, ранимость и тонкую душевную организацию. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Они постоянно ищут новые знания и истину, часто страдают от одиночества, так как склонны много внимания уделять карьере. Какой бы род деятельности они ни выбрали, способность гениального предвидения событий и таинственная притягательность для других людей всегда будут на их стороне. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Они мало интересуются делам окружающих, больше концентрируясь на своих собственных. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.